Дикой охоты был побежден, но история Цири и ее необычайного дара еще не окончилась. Благодаря помощи чародеек ведьмак установил, что Цири и Авалак находятся где-то на острове Ундвик. Геральт и Йеннефер отправились на поиски. Последние слова Иридина все-таки оказались ложью. Авалак не похищал Цири. Он лишь сопровождал ее как наставник в путешествии к порталу в башне Тор-Гвалка. Цири вошла внутрь, чтобы воспользоваться своей силой и раз и навсегда избавить существующие миры от гибели, которую нес им Белый Холод. Кланитесь перед вашим новым господином и защитником. Отныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые повинности и... Склонитесь перед вашим новым господином и защитником. Отныне благородный Дагбар эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые повинности и выплаты великодушно упраздняются.
и выплаты великодушно упраздняются. Которые мне дали. Ну, как там?
Я избавился от чудовища. Это был Грифон. Архи-Грифон. О, я тебе благодарен. Архи-благодарен. Прошу, вот твоя награда. Постой-ка. Эта бумага тебе знакома? Это вы приняли заказ и взяли плату заранее, причем выше моей. Что я могу поделать? Без этого в коммерции никуда не денешься. Посредник получает больше всех. Получить ты можешь по морде, пройдоха. Золото, быстро! И совет на прощание. Никогда не пытайся обмануть ведьмака. Дальше в лес, тем толще. Теперь еще родовит сам. Еще пытается расставить. Которые не дали, были фальшивые кровь. Глядите, бронза едва позолотила. Но! Король Дикой Охоты был побежден. Топор красивый. Приключения ищешь? Ты серьезно? Велика. Это еще что? Гравировка. Украшение. Расплавишь клинок. Значит, вернулся. Я был прав, а? Будь здоров. Что, опять мечи ковать? Мое почтение, ведьмак. Thank you.
договорились. Ныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение. Прочие налоговые повинности и выплаты великодушно упраздняются. Если б не мы, сидели бы тут черные да Йоля, а то и дольше. Вот мне герой достался. Смейся, смейся! Только если б твой Гондек не вернулся и нильфгаардцев не вытурил, досталось бы ты какому-нибудь Кагыру или Йохану. Ну ты ж меня ждала, Манечка, правда? 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 Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это закуролиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Ведьмачий меч, ласточка. О, чудо! Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Значит, надо его испробовать. Война с Нильфгаардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Родовида, к
королевства Нордлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгрина. Черные знамена взвелись над Новиградом и Ритами. Измученный неустанными набегами темерских партизан, Эмгир Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего ленника. Темерцы сложили оружие, а император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, темерцы вновь обрели свою отчизну, а история, в которой уже раз показала, сколь любит причудливые сюжеты. Расправившись с Родовидом, Эмгир Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости, как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элен Рианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковера. Геральт, хоть и тяжело в это поверить, наконец-то бросил якорь в далеком Ковере. Вместе с Трис они обустроили там теплый дом, в котором всегда пахло свежеиспеченными пирогами, а гостям были рады вне зависимости от дня и часа. Ведьмак иногда еще брал кое-какие заказы, но скорее по привычке, чем по необходимости. Ведь, будучи королевской советницей, Трис зарабатывала более чем достаточно. Ведьмачья конница так и не прижилась.
Давай, плотва. Да?